Привет, молодые амичи! Я, как представитель творческой касты города Омска, хочу от всей души поздравить вас с нашим праздником, с Днем молодежи. 2019 год был очень ярким на события. Например, лично у меня прошла выставка в Министерстве культуры Омской области. А также вместе с командой Молодежной ассамблеи народов России мы получили президентский грант на наш новый проект. Мы объездили всю Омскую область в поисках интересных персонажей, рисовали их портреты, собирали этнографический материал. И уже в 2020 году, в самое ближайшее время, мы представим вам итог нашей работы, большую выставку о жителях Омской области. Стоит заметить, что 2020 год уже стал очень необычным и заставил всех нас сделать не просто шаг вперед, а прыгнуть в будущее. И теперь мы занимаемся творчеством, создаем искусство не только в офлайн формате, но и онлайн. И я уверена, что теперь наши новые проекты будут еще эффективнее, еще современнее. Поздравляю вас всех с праздником, с Днем молодежи, желаю вам вдохновения, новых потрясающих идей и, конечно же, творческих побед. Ура! We'll be right back.